это ежевика Black Magic, ремонтантная посадка весны этого года. Уже мы пробовали там ягодку на этом кустике маленьком, но вот уже и следующий подошел. Вчера такие большие цветки были, красивые. Сегодня дождь у нас прошелся небольшой, цветки немного позакрывались. Рапахов в этом году молчит. Так, начес тоже тишина, без ягод. Но зато у нас вот на вожде Джозефе есть одна ягодка покрупней, чем на Triple Crown'е, но она поболее будет. Да, больше ж нема ягодок одна. Ну что, давайте пробуем. Сладко. Яка смачніша? Ця? Чи... Ця. Да? Смачніша, ніж та, що ми тільки що куштували, да? Понятно. В общем, вот Джозеф, у него такие листья пушистые, отличаются от других. Колючек на этом нету. Как на Киове, но ягодка была такая же почти по размеру. Ну, это у нас первые посадки 1-2 года, так что будем дальше смотреть. Лохтей промолчал. И Карака Блэк тоже промолчал в этом году. Так вот. Все, на этом спасибо. Пока.